Группировка войск Луганской Народной Республики продолжает наступление на позиции украинской 24-й отдельной механизированной бригады и ведет бой на восточной окраине населенного пункта Новоташковская. На северодонецком направлении подразделения Луганской Народной Республики прорвали оборону 57-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины, уничтожив до 50 человек личного состава и 9 единиц бронетехники, и ведут бой на северной окраине населенного пункта Замуловка. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Высокоточными ракетами воздушного базирования в районах населенных пунктов Золочев и Чугуев уничтожен командный пункт подразделения территориальной обороны, хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники. В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 33 военных объекта Украины. Среди них 8 пунктов управления, 3 склада материально-технического обеспечения, а также 21 опорный пункт и район сосредоточения боевой техники Вооруженных сил Украины. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе 5 ударных украинских беспилотных летательных аппаратов. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 125 самолетов, 93 вертолета, 403 беспилотных летательных аппарата, 1981 танк и других боевых бронированных машин, 854 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1876 единиц специальной военной автомобильной техники. Утром 5 апреля в районе Мариуполя сорвана очередная попытка киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона «Азов». 2 украинских вертолета Ми-8, пытавшиеся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов. Ранее мы неоднократно и по всем доступным каналам доводили киевскому режиму наши предложения о возможности выхода добровольно сложивших оружие подразделений украинских вооруженных сил из Мариуполя. Сегодня в очередной раз, с 6 утра московского времени, украинским военнослужащим предлагалось прекратить боевые действия, сложить оружие и выйти по согласованному маршруту на подконтрольную киевскому режиму территорию. Однако данные предложения киевским режимом постоянно игнорируются. С учетом незаинтересованности Киева в сохранении жизни своих военнослужащих, Мариуполь будет освобожден от националистов подразделениями российских вооруженных сил и Донецкой Народной Республики.